здравствуйте. Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля BMW F20 2011 года выпуска. Объем двигателя 1,6 литра, N13B16A. Пробег автомобиля 55 405. Крышка, у нас заливная горловина чистая, нагара эмульсии нет. Замер компрессии. Первый цилиндр. Третий цилиндр. Десять килограмм. Четвертый цилиндр. Девять с половиной килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.